Всем огромный-огромный привет. Уже поздно. В общем, я расстроенная сегодня. Расстроилась, решила приготовить кабачки. В общем, пожарить кабачки. У меня здесь два таких, ну, я бы сказала, совсем молоденьких кабачка. Такие хорошие, маленькие, что я недавно покупала, где-то с недельку назад, на суп-пюре. Но я там два кабачка оставила. И у меня два. Хочу их изжарить. Так, примерно где-то по сантиметру нарезаю, чтобы они точно прожарились. И в миску. Такие вкусненькие кабачки. И на завтрак можно будет их съесть. Что расстроилось, даже не буду рассказывать. Не хочу. Не хочу даже рассказывать. Все нормально. Погода сегодня так себе. Знаете, когда расстраиваешься, то и погода так себе. Не знаю, даже глаза не смотрели ни на погоду. Ну, вроде было теплее, чем вчера. Теплее. Так, я, наверное, уже поставлю разогревать масло. Сегодня небо еще такое голубое было. Думаешь, скорее бы все наладилось. Сделала я над плитой себе свет. Прям светит на ура. А то ходила в полутемках. Приходила эта поверка горячей воды. Сделал, все нормально, никаких лишних денег не попросил. Теперь аж только через 6 лет надо будет. Но я думаю, это и хорошо, а то что-то слишком-слишком часто. В общем, кабачки нарезала, такую полную мисочку. Дальше, хочу дальше какой-нибудь... Нету у меня... Вот, сушеный чеснок можно сделать. В общем, какими-нибудь приправками. Сушеный чесночок. Так, а ну-ка. Давай, стой пока тут. Сушеный чеснок. Будет очень вкусно. Я, в принципе, не люблю с какими-то там, ну, другие приправы добавлять, чтобы не было никакого привкуса такого. Не хочу. Хочу, просто вот захотелось жареных кабачков. По такому классическому рецепту. Солю, не пересолить бы, а то влюблюсь так, пересолюсь и мешаю. Вот так мешаю, чтобы кабачочки у меня все были покрыты. Даже вот так вот я сейчас помешаю. У меня руки чистые, и я руки еще помою. Вот, вот так. Ой, какой аромат сухого чеснока. В общем, все хочу сказать, что не всегда бывает так, как мы задумали. Поэтому не всегда бывает. Но ничего страшного. Всегда в жизни есть какая-то белая полоса, какая-то темная полоса. Так, и я уже приготовила муку. Тоже ее немножко подсолила. И сейчас будем жарить с вами кабачки. Ой, у меня даже вилки нету, вообще ничего нету. Надо бы и посуду помыть. В общем, такое настроение сегодня. Никакое. Ходи, руки всегда вытирай. Настроение никакое, ничего не радует. Вообще ничего не радует. Так, муку. Хандра. Такая, я бы даже уже сказала, уже скоро ноябрь. Ноябрьская хандра. Хотела же выйти в эфир с вами поболтать. Но укуталась в одеяло, укуталась.
лежала, даже сегодня не раскрашивала, ничего. Вот так по чуть-чуть кабачков. И мешаем их в этой муке. Мешаем. Они так хорошо перемешиваются. И выкладываем на разогретую сковородочку. Лишнюю муку желательно стряхануть. Сейчас у меня будет такая вкуснотища. Даже включила кино. Думаю, раскрашивать не хочу. Включила кино. Посмотрела минут 10. Думаю, кино смотреть не хочу. Ну, такая апатия. Ко всему. Раскрашивать не хочу. Тоже пошла, села, главное, раскрашивать. Тоже, думаю, не хочу. Ну, вот такая я сегодня не хочуха. А почему делаю в муке? Когда делаю без муки, они очень сильно начинают шкварчать. Все же кабачок, он в большинстве своем состоит из воды. И вот он начинает шкварчать. И вся кухня потом в этих брызгульках. Поэтому я лучше немножечко в муке обваляю. Так, муку немножко стрясу. И пожарю. Надо бы чай тоже попить. Хотела, в общем, чай. Я уже чай пила. И ужинала сегодня. Ужинала вот эту капусту вкусную, которую мы вчера с вами стушивали на кулинарном канале. В этом самом трансляции. И рамен этот никак не приготовлю. Тоже так хочется. Но некогда. Вот этот мне желтый нравится больше всего, потому что острое особо мне нельзя. А вот этот желтый, вот кто не любит острое, потому что красный, там даже перчики нарисованы. Черный тоже вкусный, не острый, но черный, он там что-то наподобие соевого соуса. Он такой черный. Даже подливка у него такая черная. Темная, как соевый соус. Так. Давайте закидываю следующую партию кабачков. Сколько у меня влезает? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот так закинула. Если их пораньше закинуть, вот выложили на сковородку вот эти кабачки. И эти вот, если сразу закинуть, не потом, то они, получается, тут же подольше лежат, и кабачки дают сок, и у них что-то получается наподобие такого, как они в кляре. Я вообще кабачки в кляре тоже люблю. Давно что-то не делала. Вообще сейчас кабачки доступны всю зиму. Да, они дороговатые, но вот так как я ем такие полезные овощные супы, в основном стараюсь есть или на курином бульоне, или на чисто овощном бульоне. Я обещала показать вам, как я варю быстрый суп на обалденном курином бульоне. Даже туда не нужно никакие пережарки. Получается очень вкусно. Из него можно варить как обычный суп, и также варить суп-пюре. Он такой двойного, скажем, назначения. Его можно, в принципе, перебивать блендером, можно блендером не перебивать. Он все равно получается вкусный и так, и так. И еще можно в него даже не добавлять сливки. Я его один раз сварила и уплела. В общем, без всяких сливок, без сметаны, без всего. Не нужно это, как говорится. Не понадобилось. Так, вот тут я что-то накапала. Наверное, от кабачков. Вот, и сейчас пожарю. Не знаю, буду ли есть сейчас кабачки.
О, они какие уже красивенькие, такие зажаристые становятся. Прожариваются хорошо. Не бойтесь резать прям вот по одному сантиметрику. Не обязательно слишком тоненько. Ну и вот сюда сложу. Не знаю, может быть, парочку даже съем. Парочку съем, отведу душу. Почему бы нет? С тыковки надо еще кое-что придумать. Советуйте мне что-нибудь с тыквой. Я, во-первых, с тыквой хочу. Вот такая она красавица у меня. Я с тыквой хочу и кашу сделать, и что-то еще хочется сделать. В общем, надо посмотреть какие-нибудь такие простые доступные рецепты. В общем, с тыквой. У меня и гитарка еще стоит. Такая красоточка тоже моя, красоточка. Но надо уже готовить. Либо я ее... Ну, у меня, конечно, тут много. Обязательно с вами блинчики тыквенные сделаем. Когда там у нас Хэллоуин-то, да? Хэллоуин-то когда? Сделаем тыквенные блинчики. Так, переворачиваем. Переворачиваем. Как хорошо они жарятся. Вот. И когда вот так в муке, то нету брызг. В прошлый раз хотела, думаю, сделаю себе диетичненько без муки. И у меня как все это диетичненько без муки можно делать в аэрогриле. Вот так получается шикарно. Меня там тоже просили как что-нибудь в аэрогриле показать. Я обязательно покажу. Что-нибудь, конечно же, приготовим в этом аэрогриле. Вот единственное, только мука немножко так горит. Немножко горит мука. А так, в принципе, нормально получается. Прям хорошо получается. Я по 5 минут с каждой стороны жарю. И не надо их долго пережаривать. Вот я буквально по 5 минут с каждой стороны. Конечно же, я протыкаю, смотрю, чтобы они были такие вот мягенькие. Но я люблю кабачок вот прям чуть-чуть альденте. Вот прям совсем немножко альденте. Не надо его делать. Если вы чуть подольше зажарите, он будет слишком такой мягкий. А я люблю вот немножечко его, поэтому я стараюсь где-то минут 5. И вот этот сантиметровый кабачок... Ой! Ой, представляете, он от меня решил ускакать. Правильно, нечего, Марина, на ночь-то. На ночь-то нечего есть. Так, кладем следующую партию. Конечно, вот единственное, нужно подливать масло. Масло прям. Не хочу сказать, что ест много. Они получаются совсем не масляные. Но на завтрак очень вкусно. Вот на завтрак прям вкусно с этим. На хлебушек. На завтрак прям очень хорошо. И вот сейчас опять по 5 минут. Они у меня такие толстенькие, пузатенькие. И по 5 минут с каждой стороны. И хватит. И, наверное, все же сейчас посуду помою. Не хочу оставлять. Все же помою всю посуду. А то тарелок уже нету. Иногда кажется, как будто у меня тут целая армия столуется. Я готовлю, готовлю, а целая армия столуется у меня. Все. Вот эту партию я пожарила кабачков. А вот эти маринованные кабачки я сейчас уберу. Я не буду вот это. Это я оставлю, пускай они до завтра маринуются. Это на ужин, потому что у меня капусточки уже нету вкусной. Это я на ужин порежу вот такими полосочками и такую рагушечку стушу. Либо в аэрогриле запеку. Посмотрю. Как по настроению будет. И переворачиваю уже на другую сторону. Я уже смотрю, у меня сейчас уже пропикает. И переворачиваю. И 5 минуточек тут. И с того кабачка как раз у меня получится неплохая такая... Неплохое рагу. Неплохое рагу. Так. Все. Включаю еще на 5 минут. На 5 минут. И все готово. Ну вот и все. Выключаю. И такая вкуснятина. Зажаристые. Вкусные. Можно на зерновой хлебушек. И все будет хорошо. Я потом вот это все салфеткой со сковородки соберу. Я стараюсь их так аккуратно вытаскивать.
Потом вот это все со сковородки уберу. И ее влажной салфеточкой протру. Так, ну не влажной салфеточкой, конечно, химозной. Не поймите меня неправильно. А мочу бумажную салфетку. Ну, вот такие кабачки. Что-то захотелось. Это вообще самые мои любимые кабачки. Сверху еще чеснока со сметанкой, либо просто макать в сметанный соус. Всем приятного аппетита. Пока-пока.